2 января Дом молодежи приглашает маленьких зрителей на театрализованное представление «Новогодние чудеса в сказочном лесу». Юные гости смогут пообщаться с любимыми персонажами, поиграть в новогодние игры, а также поводить хоровод вокруг новогодней красавицы. Маленьких зрителей ждет встреча с лесными персонажами – лисой, медведем, зайцем. И, конечно же, как любое новогоднее представление, оно будет наполнено предвкушением главного праздника. Также зрителей обязательно ждет встреча с главным волшебником зимним – Дедушкой Морозом. Начало данного представления в 11 утра. Традиционно сотрудники Дома молодежи готовят для маленьких саровчан интерактивную программу «Хоровод Дедушки Мороза». Она пройдет 3 января в 17:00. Малыши смогут рассказать стихотворение Дедушке Морозу, а также исполнить любимые новогодние песни с главным героем торжества. 4 января в 12:00 все желающие смогут прийти на песочную фантазию сказки «Щелкунчик». Удивительная история, произошедшая в канун Рождества, будет оживать на наших с вами глазах. Мы увидим, благодаря песочному мастеру, который будет рисовать на большом светящемся экране сменяющиеся друг друга образы и волшебные картины, замечательную историю. А рассказчик будет повествовать эту волшебную историю под живую музыку. Для любителей отдыха на свежем воздухе 5 января в парке имени Зернова пройдет новогодний квест «В поисках подарков». Ребятам предстоит пройти по станциям, ответить на вопросы сказочных героев и получить за это сладкие призы. А 7 января всех малышей ждет тематическое представление «Рождественская сказка» в форме народных гуляний, хороводов и колядок. Более подробную информацию о новогодних мероприятиях можно получить по телефонам 53210 и 55202. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24.